Пока некоммерческие организации ждут помощи, турбизнес возрождается после довольно долгой спячки. Накануне премьер-министр страны Михаил Мишустин объявил, что турсезон внутри России открывается с 1 июля. Причина – прирост заболевших за неделю не превышал 2%. В итоге до 15 июня регионы предоставят планы открытия туробъектов. В правительстве сообщают, почти в 30 регионах уже работают гостиницы. Более 40 субъектов соответствуют критериям открытия отелей. Как восприняли отпускные послабления челнинцы и местные турфирмы, расскажем далее. Набережные Челны любят отдыхать на море, предпочитают Турцию. Но сейчас их интересует Сочи, их интересует Крым. Путешественник в строю уже месяц. До этого, как и другие турагентства, работал удаленно. Решался главный вопрос с неиспользованными путевками. Почти все согласились на перенос. Пока что при поездке по стране требуются 3 справки с анализами на ковид и наличие контактов. С 1 июля отменят и их. Что касается цен, они поднялись неравномерно, ведь не все гостиницы пока соответствуют стандартам. Также в Краснодарском крае открыли пляжи, но пока не в рамках туров. Поэтому желающим ехать дикарями советуют не рисковать. Год назад я думала, чем лучше пакетный туризм от самостоятельного путешествия. Ну, мне там говорила я о том, что безопаснее и так далее, и так далее. Пандемия что показала. Всех наших пакетных туристов вывезли туроператоры очень организованно и сразу. А вот всех непакетных туристов мы до сих пор ждем. Что касается выбора России или за границей, объявляя о начале турсезона, премьер-министр России Михаил Мишустин призвал туристов воздержаться от поездок за рубеж из-за опасной эпидситуации. И многие челнинцы согласны. В июле, в августе наверняка, и кто-то в сентябре, может быть, поедет. Но, скорее всего, по России, потому что вот мы тоже только Россию рассматриваем в любом случае. Лучше воздержаться от поездок. Сейчас пандемия, и самое главное – это здоровье. В этом году лучше по России все-таки добираться ближе, если вдруг опять какие-нибудь карантинные мероприятия или вторая волна, как нас пугают. Поэтому, наверное, лучше по России. Обожаю Питер, обожаю наш Крым, Севастополь, вообще балдею прямо. Что касается поездок в зарубежные страны, авиасообщения России с другими странами планируется возобновить с 15 июля. Сейчас Росавиация совместно с Роспотребнадзором готовит список из 15 стран, но оглашен он будет ближе к концу июня. Виктория Евсеева, Ильнар Мустафин, Челны 24.